В столице задержали вора, который украл 13 украинских автономеров за две ночи. Вор орудовал на Балке в Тирасполе и в Бендерах. На лобовом стекле оставлял записку с текстом «Верну за 1000 гривен». Несколько водителей перевели деньги, остальные обратились в милицию. Наталья Ткачук продолжит. 96. У вас был один номер или два? Ваш номер у меня в кабинете. Мы застали такой разговор в отделении дознания Октябрьского РУВД. После сообщения в сетях о том, что номерного вора задержали, в милицию начали поступать звонки. Люди сообщали, не так давно у них произошла такая же кража, просто обращаться в милицию не стали. А теперь вот решили сообщить. Схема такова. Номер снял, то есть неправомерно завладел. Прошел буквально небольшое расстояние, спрятал где-то. Ну, возможно, под подоконником окна первого этажа какого-либо дома, либо в сливной трубе, еще где-то. Предварительно, заранее имел заготовленные записки с номера мобильного телефона, который оставлял под дворниками лобовых стекол автомобилей. Люди звонили, писали, вот. Он им отвечал, сколько денег нужно перевести, давал номер счета, куда нужно перевести. Начинал с 400 гривен, потом аппетит возрос, требовал 500, 1000 и даже 1200. Кто-то из водителей платил сразу, без вопросов. Сделать дубликат украинского госномера, да еще быстро, непросто. Некоторые решали, лучше оперативно откупиться. 9 краж с украинских машин произошло на Балке, а в столице еще 4 в Бендерах, на Хомутяновке и Борисовке задержали номерного вора, что называется, с поличным. Ловили на живца. Связались с ним, представились потерпевшим, одним из потерпевших. Начали объяснять, что как бы не имеем возможности, не знаем, как переводить, не умеем вот этого всего. Давай где-то оставим там-то, там-то, спрячем, ты пойдешь и заберешь. Угу. Вот. Оставили, пришел, забрал, где был задержан. Угу. А после пояснил, что не ожидал, что столько времени сотрудники милиции могут находиться в засаде. Сейчас подозреваемый под стражей. После задержания он объяснил. Пошел на кражу номеров, потому что не мог найти работу. До этого суд Тирасполя приговорил его по такой же статье к принудительным работам. Задержанный был судим и ранее за хищение и кражи. Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». По ней грозит реальный срок. К слову, в столице на днях задержаны еще 2 номерных вора. Они промышляли кражей автомобильных номеров осенью и зимой. Они действовали по той же схеме. Сняли номер, подкинули записку на лобовое, только просили привести деньги в долларах. Суммы варьировались. Просили 400 долларов, но отдавали и за 250, если хозяин номера торговался. Один человек заплатил деньги, 1000 рублей перевел. И мы ему сказали, где лежат его номера, он пошел, забрал. Я во всем сознался, вину признаю. Я не думал, что я сильно кому-то задержу. По данным фактам тоже возбуждено уголовное дело. Каждому фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы. Наталья Ткачук, Игорь Мацота, ТСВ.